Всем привет! В этом видео я покажу вам, как получить дистиллированную воду в домашних условиях, которой может хватить для промывки одной чайной ложечки эмали одного цвета. На самом деле дистиллированная вода очень недорогая. Например, в Ашане 5 литров стоит 89 рублей, а на Озоне 1,5-литровую бутылку можно купить за 50 рублей с бесплатной доставкой до Озон-бокса, если вы оплачиваете покупку через сайт. Но это требует некоторого времени. Если же времени нет, а вода нужна срочно и в небольшом количестве, то можно поступить таким образом. Дистиллированная вода – это осевший пар на крышке после выкипания воды. Я буду показывать процесс сбора воды на примере стерилизатора, который остался после мытья детских бутылочек, так как это удобнее снимать. Однако то же самое можно проделать с дуршлагом на плите. Чтобы собрать воду, нужно дочисто очистить крышку от грязи, может быть протереть спиртом, а также помыть посуду для сбора воды и все вытереть насухо. Вода в кастрюле может быть любой, из-под крана, колодезная или дождевая, если вы работаете на даче, где еще не провели водопровод.
Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и заходите в открытое сообщество ВКонтакте.